Работники полиции Лиманского бывшего Коминтерновского района задержали воров зерна. Трое мужчин на протяжении 2 лет совершали кражу пшеницы и других зерновых прямо с железнодорожных вагонов. Как оказалось, воры сами были сотрудниками железной дороги и хорошо ориентировались в специфике ее работы. Мужчины купили несколько небольших грузовиков, обустроили подъездные пути и изготовили специальный инструмент. Под покровом ночи они подгоняли свой транспорт к вагонам, снимали пломбы и загружали зерно на автомобили. Похищенное они хранили на заготовленном складе, после чего искали покупателей. Преступники взяты под стражу, им грозит тюремный срок от 5 до 8 лет. Оперативними працівниками карного розшуку Комінтернівського відділу поліції затримано 3 мешканців Лиманського району, які впродовж 2015 та 2016 років скоїли крадіжку десятків тонн зерна прямо з залізничних вагонів. За даними фактами відкрито провадження за статтею 185 частини 4 Кримінального кодексу України.